Продолжаем. Сегодня у нас будет второе занятие по предмету новому, который называется диагностика. Это не расширенный предмет, мы будем изучать его около 5 занятий. На прошлом занятии мы рассмотрели вводно. Оно, кстати, уже есть, записи 2 часа назад добавили. И не по нашей вине, почему-то сам Zoom конвертировал около 2 дней его. Системные ошибки. Сегодня будем рассматривать. Рассматривали мы с вами PLC статусы, статус Ladder с помощью программного интерфейса Ladder. Это были CSIOR биты, с помощью которых можно посмотреть информацию. С помощью орбитов можно посмотреть разнообразную информацию о месторасположении станка, текущих координатах, машины, где находится заготовка, в каком главном режиме находится станок, в каком режиме шкентель, какие overrides установлены, какой последний инструмент был выбран, M-код, F-код, подача, вращение шпинделя, еще очень много другого. Это мы рассмотрим на следующем занятии более подробно. Сегодня мы поговорим об двух вещах. Первое – это системные ошибки. Это Core Mod, SPD.com, MLC. Мы, конечно, каждый не будем рассматривать. Мы рассматриваем их поэтапно, погруппно, чтобы было понятно, как ими пользоваться, что, как и откуда они возникают, что мы можем с этим делать, то есть обозначить их. И второе – это системные параметры, за что они отвечают. И, опять же, их очень много, все рассматривать и не нужно. Задача – научиться ими пользоваться, разобраться, где они находятся, как к ним, какой к ним доступ, что нужно для этого, какие могут быть параметры, как их вводить и так далее. Начнем с системных ошибок. Итак, для данной системы ЧПУ, которую мы рассматриваем, я напомню, что мы рассматриваем систему Синтек, это тайваньский производитель. Привязка идет к разному оборудованию этой фирмы, но также хочу напомнить, что перед предыдущим предметом, последние 2 занятия мы посвятили отдельной системе программирования макро, называется она OpenCNC макро, именно для системы Синтек. То есть будут определенные такие intersection, пересечения между параметрами, диагностикой и переменными макроязыка. То есть есть очень много таких разветвлений одинаковых. Итак, первое – это core ошибки, которая называется Program Execute Error Check. В случае работы, при работе на станке ЧПУ мы можем видеть какие-то ошибки. Это может быть текущие ошибки, тут они называются Pending Alarm. Может быть история этих ошибок, History Alarm. И возможность их как-то экспортировать, либо сохранить, Save Alarm. Что может быть в архиве ошибок, либо какая текущая ошибка? В данном случае она разбивается вот в колонках на такие наименования, как номер. Это конкретно номер не ошибки, не идентификатор. Идентификатор здесь, а именно номер по порядку, порядковый номер. Класс ошибки – это MLC. Вот они, смотрите, MLC.com, SPD.mod.core. То есть класс – это либо тип, в данном случае на русском языке, к чему относится данные ошибки. Alarm time, то есть время, когда она возникла, и alarm content, контент этой ошибки. Через несколько занятий мы рассмотрим, что содержится в файловой системе станка, то есть, например, на компакт-флеш-карте, в которой есть определенные файлы, некоторые файлы настроечные, либо файлы в параметрах, которые мы можем изменять, в данном случае изменяя контент ошибки, мы можем изменить контент ошибки, то есть ту информацию, которую нам выводит ошибка, типа MLC, либо класса MLC с идентификатором, с ID номер 93. В контенте ошибок написано Emergency Stop. Это ошибка аварийная останова, то есть она свидетельствует, сообщает нам о том, что был нажат, либо был активирован аварийный останов. Активирован, стал активный аварийный останов. Мы можем изменить эту ошибку, изменяя контент. Например,
это будет аварийная остановка, но сама ошибка будет написана, например, на китайском языке, либо на русском, если это поддерживает, то есть если кодировка, например, там UTF-8, Unicode, либо CP1251, либо еще какая-то, поддерживает сам графический пользовательский интерфейс. Соответственно, мы можем смотреть наименование ошибки, мы видим, когда она произошла, но это нам ничего не дает пока. То есть это просто ошибки, которые произошли. Какие тут есть ошибки? C-axis is not home. Это фактически не ошибка, а уведомление о том, что... И это не ошибка. Уведомление о том, что ось C не находится в исходном положении. Павел, можно без камеры я отключу видео, потому что на экране 30% заполняется отдельным окошком с камерами, и на видео вы не будете видеть 30% экрана, поэтому мы не используем камеры. Emergency stop. Z-axis is not home. Y-axis is not home. X-axis is home. То есть подобные уведомления, которые показывают, что тогда-то, то есть в 2013 году, 1 сентября, возникло данное уведомление, и станок не был обнулен фактически, не был возвращен в ноль. Эти ошибки можно удалить, сбросить, очистить, сохранить. И ошибки текущие, которые происходят, то есть те, которые записываются в этой табличке, то, что в данный момент у нас показывается. Да? Эти ошибки, опять же, работая в разных классах, я немного так увеличу, чтобы было видно лучше, показывают, и давайте почитаем их и попробуем разобраться с некоторыми из них, то есть определиться, что и для чего используется, что при каких ситуациях может появиться. Я буду выбирать некоторые, которые вам понятны, Ну, например, 002. Да? Variable is not initial when using. То есть переменная не была инициализирована при использовании. Это фактически не является ошибкой. Это работа с вакантными переменными, которые мы не определили. Либо вот это. Error when dividing zero. То есть это ошибка как деление на ноль. Когда она может возникнуть? Когда мы используем какую-то переменную либо константу и подставляем ее в арифметическое действие, которое использует деление. И тогда в случае, если это константа в знаменателе, да, получается, будет равна нулю, то мы получим ноль. Но ноль мы не получим, мы получим невыполнение программы и ошибку номер 3. Это именно ошибки. То есть тут так и написано, видите, error. Program execute error check, COR. То есть это ошибки, которые станок проверяет в процессе выполнения. Это значит, что мы можем запустить программу без симуляции, конкретно запустить, и программа будет работать. Но внутри программы она остановится и покажет нам ошибку. Я хочу напомнить вам, при изучении макросов мы пришли к одному такому вопросу интересному, что существует возможность чтения наперед. Даже мы это рассмотрели с предыдущего предмета, кто на нем присутствовал. При изучении компенсации, как может станок определиться, в какую сторону необходимо сдвинуть инструмент, то есть использовать offset, если он не видит наперед направление, он не может определиться, значит, со смещением. Вот. И мы говорим о том, что все-таки он видит, потому что он читает наперед до 20 кадров. Вот. Называется функция look ahead, либо упреждающий просмотр на русском языке. И сейчас потерял мысль, к чему я это все рассказываю, к тому, что мы можем использовать. Так, хорошо, зайдем с другой стороны. Мы говорили об делении на ноль. Получается, мы можем использовать любые значения, любые математические выражения, и если эти выражения делятся на ноль, если ноль подставляется в переменную, то условие, соответственно, программа не выполняется. И это деление на ноль происходит не сразу, да? То есть мы сразу же
остановимся, и программа остановится с ошибкой номер 003, которая покажет эту ошибку, но еще до выполнения этой ошибки. Почему? Потому что эти ошибки проверяются при выполнении, а станок читает на 20 кадров вперед. Этот look ahead, о котором я говорил, это функция, которая называется G103, специальный код, который обычно указывается, если нам необходимо запретить эту функцию, либо указывается со значением P, если нам необходимо ее активировать и указать, на сколько кадров вперед нам нужно его читать. Например, G103P12. В таком случае станок выполняет, например, кадр N100, ну, лида, кадр N1, он его выполняет, но он уже прочитал кадр N2, N3, N4, N5 до N12 включительно. Если мы указываем G103P1, то он читает наперед по одному кадру. В таком случае компенсация не будет работать. Для чего я это рассказал? Причем друг к другому, да? При том, что эта ошибка может произойти непосредственно в процессе работы при чтении этой, при получении этой ошибки, да, то есть когда она интерпретатором получится. Например, переменная 100 равняется 0. Будет в кадре номер 1, а в 20 кадре будет написано переменная 102 равняется 20 разделить на переменную 100. Понятно, что 20 разделить на переменную 100 будет ошибкой, потому что 20 разделить на 0 будет ошибкой, потому что на 0 делить нельзя, но при этом станок может показать это на первом кадре, а может написать это и показать на 20 кадре, а может на 10, в зависимости от того, сколько кадров наперед он читает. Это может быть определено с помощью системного параметра, а может быть определено с помощью кода вручную, которым я вам только что объяснил, чисто 3P. Вот, и это относится абсолютно к любым кадрам, к любым кодам, к любым ошибкам. То есть, если станок читает наперед, то он будет показывать непосредственно за то количество кадров перед ошибкой, перед тем количеством кадров, да, на которые он смотрит наперед. Это относится и, например, к ошибке номер 5. То есть, could not find the program, невозможно найти программу. Это может быть какая-то переадресация, либо запуск M98, который запускает программу, но ее нет. Если запуск будет на 20 кадре, станок читает на 10 кадров вперед, то на 10 он уже покажет эту ошибку. Но это как бы не важно. Это просто, чтобы вы понимали, как это работает. Это не важно, собственно. Важно что? Что эти ошибки станок проверяет в процессе выполнения программы. Это значит, что даже если ошибки есть, то станок не пишет, у вас ошибка на 20 кадре. Он начинает ее выполнять, может часть работы сделать, половину профрезеровать. Я сейчас отвечу. Половину профрезеровать, что-то сделать, а потом только остановится программа, напишет ошибка, и дальше он не пойдет работать. Вот. Вот в чем был нюанс. Да, чат, смотрю. Максимум 20. Нет, 20 это по умолчанию. Максимум, я не знаю такого. По-моему, нет максимума. То есть можете написать G3P100, он будет на 100 кадров смотреть вперед. Может быть, какие-то есть максимумы определены, но я даже не встречал такой в инструкции никогда. То есть стандарт — это 20 кадров наперед, это, скажем так, стиль работы станка. Либо когда вы принудительно отключаете компенсацию, это look ahead, да, просмотр наперед, упреждающее чтение. Когда вы пишете G103P0, вот, тогда точно 0. Для чего это нужно? Могу сказать в двух словах, кто, например, не присутствовал на макро. Существует возможность убрать это чтение, например, в макропрограммировании для того, чтобы правильно работало условие. Предположим, если у нас на строке номер 2, например, строка номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 101 равняется 101 плюс 1. Если будет переменная 101 равняется 2, то есть эквивалентно 2, тогда выйти из программы. 101 равняется 2. Потом идет условие. Если 101 равняется... так, минутку. 101 равняется 0. Потом, если 101 равняется 2, тогда выйти из программы. 101 же не равняется 2, да, он равняется 0. Значит, в программу не выходим и читаем следующий кадр.
101 равняется 101 плюс 1. Так вот, при чтении кадра номер 5, переменная 101 уже может быть равна единице. Она же равна нулю, правильно? А она может быть уже равна единице. Почему? Потому что станок прочитал наперед и выполнил кадр номер 6. А там было изменение этой переменной на 1. И тогда переменная 101 будет 2. А может ли быть такое, что 101 уже стало сразу 2? Вот в таком случае. Да, если 20 команд. Нет. Почему? Причем тут 20 команд? Я имею в виду, вот он читает наперед на 20 строк. У нас в шестом кадре было 101 равняется 101 плюс 1. Он же его не читает 20 раз подряд, правильно? Он его просто читает наперед. Он дальше и наперед прочитал. То есть о чем идет речь? О том, что условие, которое выполняется, да, логическое, это 101 сравнивается с 2. Уже 101 может быть 1, потому что на следующей строке идет увеличение переменной 101. Но 2 не может быть. Оно же идет 101 равняется 101 плюс 1. Он же один раз его прочитал, правильно? И пошел дальше. Значит, один раз он прибавил к нулю единицу. Поэтому 2 не может быть в этом смысле. Если бы там дальше было бы написано, да, 101 равняется 101 плюс 1, тогда да. Ну, я не написал это, поэтому не подразумевал. Ну хорошо, главное понятно, да, что станок может читать наперед. Поэтому и с ошибками может быть такое, что почему опять, при чем тут одно к другому? Даже если это несущественная информация, да, знать, когда возникнет ошибка, то почему я это рассказываю? Потому что мы изучаем методы диагностики. Предположим, вы видите ошибку, что написано, например, too many m-codes. Слишком много M-кодов. И станок остановился на кадре 20. Но на кадре 20 нет много кодов. Там вообще нет M-кодов. Но он остановился на 20 кадре. Почему? Предположим, он выполнял N1, N3, ну пусть будет N15. N15 было написано G00X20. Он выполнил и остановился. И остановился с ошибкой 15. Too many M-codes. Слишком много M-кодов. Но в 15 кадре не было M-кодов. Ну, либо пусть будет в 16 кадре. То есть это не одно и то же. Это номер кадра, а это номер ошибки. Чтобы не было путаницы. Да? В 16 кадре было написано G00X20, то есть переместиться в координату X20. Он переместился и остановился, и пишет ошибка номер 15, too many code, слишком много кодов. Но в этом же кадре нет много кодов. Вот, что делать? Что это значит? Почему он остановился? Возможно, в 36-м где-то, где он прочитал. Вот, возможно, в 36-м есть это. Вот, правильно. Либо в 25-м, либо в 30-м, то есть где-то дальше. Почему? Потому что, опять же, станок читает наперед. Поэтому с одной стороны, это не важно абсолютно, да? Ну, какая разница там, где там он остановился? Главное, что есть ошибка. Но с другой стороны, вам должно быть понятно это. То есть сам факт, что он остановился на 20 кадре и пишет какую-то ошибку. Но вы видите, что ее там нет. Вот это и объяснение. Почему? Поищите ее дальше. То есть дальше она будет. Значит, просто станок прочитал предварительно и остановился раньше. На современных станках обычно, кроме указания номера ошибки, указывается номер кадра, на котором она возникла, либо номер линии. Например, линия номер 20, либо кадр номер 200. Например, N10, N20, N30, N40 – это порядковый номер, да? Номер кадра. А линия 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он может написать L20, ошибка номер 15, too many M-codes. И тогда мы уже просто посчитали линии. Либо написано в N200, ошибка M-codes. Тут уже понятно, то есть мы не привязаны никаким упреждающим чтением. Может быть так, может быть так. Если вы не видите, что на этом кадре есть ошибка, но он остановился, нужно просто прочитать вперед. В среднем до 20 кадров. Если там где-то написано слишком много M-кодов, значит где-то там через 5, 10, 15.